Иванов, иди к доске. Что значит «не хочу»? А ты думаешь, я хочу? Ну ладно, отвечай, как называется река в Южной Америке? Не облокачивайся на меня, когда с учителем разговариваешь. Отвечай, как называется Амазонка? Фу, черт, как называется река в Южной Америке? Вон тебе Петров подсказывает. Давай громче, Петров. Лесбиянка. Ну ты соображаешь, что сказал? Ну ладно, я подскажу. Кто сказал приятного аппетита? Фомичев? Давай дневник. Я знаю, что твой папа депутат. Я знаю, что он ставил в Думе вопрос об отмене двоек, но его не поддержали бездетные. А где Иванов? Он ж только что здесь стоял. Как вышел покурить? Он же бросил еще в третьем классе. Итак, на чем мы остановились? На лесбе, то есть на Амазонке. Амазонка течет в Южной Америке. Шишкин, ты почему не записываешь? На магнитофон? А когда я спрашиваю, будут, дашь мне послушать? Шустрый какой. А если я отца вызову? Почему не придет? С меня взять нечего. Так он у тебя рэкетир. А что ж в анкете написал инженер? Ах, это кличка. Зазнайкина, что ты все время в окно смотришь? Представляешь, что ты в программе «За стеклом», и вся страна смотрит, как ты с Борискиным целуешься. Кобылкина, убери зеркало и говори, о чем мы здесь говорили. Ну, я подскажу, два берега, а между ними на букву «Р». Какая, к черту, рыба? Мочалкин? А, указку на. Покажи нам Амазонку. Что, буль-буль? Ты на карте покажи. Внимание, все смотрим в карту. Орехов, ты что видишь? Туз-пик. Ну вы совсем обалдели. Географию надо любить, это наука о земле нашей матушки. Вот ты, Кирюхин, своей маму за что любишь? За отметки деньги дает. За пятерку 5 рублей, за двойку 2. А я думаю, что ты по всем предметам двойки хватаешь, лишь бы количеством взять. А Борискин, что папа дает? Каждый день по шее. Ах, ему не нравится, что ты похож на соседа. Расист какой. А перед Богом все равны, и белые, и черные. Кто сказал голубые? Внимание, вспомнил. Кто не сдал деньги на экскурсию в Третьяковскую галерею, сдавайте быстрее, то и скоро оборуют. Записывался у меня. Да не воровать, ё-моё, на экскурсию. Собираться будем у школы. Потом поедем. Я на трамвае, Шишкин на Мерседесе. Фомичев на машине папы депутата. А Орехова привезет милиция. Все, на этом урок закончен.